Так, завод МК, новые серии аппаратов. Есть возможность посмотреть вживую. Новый тип ручек, ручки шире. Здесь элементы, которые раньше подвергались ржавчине, заменены на пластик. Ход более мягкий, то есть давить клапаны не придется. Я считаю, что есть смысл в увеличении диаметра клапана, потому что ход проскальзывания меньше, объем самого клапана больше. Получается, что при небольшом износе он не будет западать, как на некоторых машинах других. Так, дальше по внешности. Сменилось табло, сменились кнопки в вложениях. Отделка неплохая, мне нравится. Здесь вентиляция нового типа. Перфорации, причем делаются на самом заводе. Вот этот аппарат очень красивый. Это модель в черном цвете. Черная зеркальная. Ну, может быть, пачкаться будет, конечно, если трогать, но вид очень приятный. Вот этот вот изгиб, точнее угол, сделать, наверное, проблематично. Сложнее, чем все остальное, то, что мы видели, конечно, проще вот так. Но решил производитель сделать вот этот элемент. Он выглядит выигрышно, на мой взгляд. Передать цвет через камеру достаточно трудно, но выглядит действительно хорошо. Очень серьезный вид. За него хочется заплатить. Там весь вот такой вот черный глянец. Здесь вот лапали его, но на общем виде никак не сказалось. Мне внешне прям нравится. Дверь больше, клапаны больше. Если даже тот же пластик, то за счет вот увеличенного диаметра, я думаю, что ход будет приятнее. И отразится на самой выдаче. Диаметр выдачи будет больше, не надо будет искать какое-то положение края. Проще будет выдавать мороженое. Бункеры глубокие. Так, это уже более старая серия, но тоже неплохая. Здесь вот мы видим, как раз старые клапаны используются, старые двери. Модель КЛС. По стандартам МК изменения небольшие, то есть здесь обещали поменять пластик, ну и ряд еще моментов, которые я предложил внести изменения, их тоже приняли к сведению, думаю, что отреагируют. Дальше смотрим. Это шоу-рум у нас. Те, кто думает, что завод очень небольшой, вот смотрите, достаточно серьезно. Бач, соответственно, тоже новая серия идет. И вот тот же цвет черный, но настольной модели. У меня пока все.